Друзья, всем привет! Сегодня 23 февраля, и я приехал на Вилейку. Сегодня будет очень много плотвы, поэтому, ребят, не переключаемся, будет интересно. Погнали! Друзья, что-то опять клюнуло у нас с выкладкой. Наверное, плотва. Да, плотичка. Ну, хоть что-то. Хоть такая. Ах, Вилейка, Вилейка. Не за такой плотвой сюда ехал. Ну что, мои друзья, опять кто-то клюнул. Странные поклевки такие, не выкладки, а просто утягивает поплавок. Ну, по ощущениям, окунёк. Ага. И окуни такие, в принципе, приличные. Ну, то есть, такие нормальные. Зачетные. И клюет только на одного мотыля. Очень-очень странно. Опускаю камеру. Окуни стоят прям под лункой. А плотва просто проходная. Ходит, бродит, смотрит. Периодически поклевывает, но редко. Глубина 4,5 метра. И только одни окуни вокруг. Вон единичная плотва проплывает над прикормкой, не особо интересуясь. В этой лунке я поймал около 5 окуней. Плюс-минус одинакового размера, до 100 грамм. Плотвы вообще не было замечено. То есть то же самое было и на других лунках с такой же глубиной. Поэтому мне пришлось сместиться чуть поглубже, чтобы найти то, ради чего я приехал на Вилейку. Ну что, друзья, что-то в палаточке клюнуло у меня. По сопротивлению так вот неплохо даже тянет. Может, даже подлещик. Плотва какая классная. У-у-у. Какая плотва. Плотва. Опа. Хорошая плоточка. Хорош. Опа, пошел. Сопротивляется, ого-го. Может, подлещик какой хороший? Ну-ка. Ух ты, видишь, блин. Ребятки, смотрите, как кто клюнул у нас. Красавец какой. Красавец клюнул. Хо-хо-хо. Неожиданно. Отлично. Прям отлично. На одного мотылька. Прям неплохо, ребятушки. А, класс. Ну что, друзья? Я прикормил луночку и пошел клев. Буквально через час начала поклевывать. Ой-ой-ой. Кто-то там такой. Опять заплавник. Третий раз подсекаю заплавник. Смотрите. Это говорит о том, что там сумасшедшая концентрация белой рыбы. Что я даже подсекаю ее просто за плавник. Да. Мне кажется, сейчас начнется хороший клев. Хотелось бы. На улице ветер просто дичайший. Я сижу в палатке, а палатку сдувает. Кстати, на Вилейке сегодня, я не знаю, буквально палаток. Видимости палаток 20, может быть. Людей очень мало. Друзья, не дают даже перекусить. Поклевка за поклевкой. Вот она, жирненькая вилейская плотва. Клюет прям на две удочки. А есть-то хочется.
Опа, что поклевка. Ну что, друзья, только положил первую удочку на вторую поклевку. Плотва разошлась не на шутку. Опять за бок? Не, за рот. Хорошая какая. Красавица. Ну скажу, плотва на Вилейке жирнее, чем на море. Я пару штук поймал, такие грамм, наверное, не знаю, под 200. Зачетная. Так что, друзья, будет соленая рыба скоро. Скоро угощу друзей соленой рыбой. Все, друзья, я думаю, мы еще что-то поймаем неплохое до вечера, поэтому смотрим дальше. Кстати, друзья, кто не смотрел мою рыбалку на Минском море, ссылочку оставлю в описании. Посмотрите, очень хорошо отловился по плотве. Нормально, просто супер, хорошая плотва. Отлично провел время в палатке. Реально, посмотрите, хороший зачетный видосик. Поэтому мы рыбачим дальше. Друзья, вы гляньте, какая концентрация рыбы собралась на мою приконку. Там просто кишит белой рыбой. Плотва активно кормится у дна. Вот подлещик, смотрите, ходит. Неплохой. То есть там просто кишит белой рыбой. Не зря у меня поклевка одна за другой. Друзья, это бешеный клев. Просто не успеваю даже съесть бутерброд. Подряд, наверное, уже пятая. Только забрасывай. Ну что у нас? Опять рыбка. Опять плотва. Ребят, практически вся рыба с одной лунки. Ну, с двух, ладно. Это еще со второй поклевываю чуть-чуть. С одной лунки как с пулемета клюет. Просто как с пулемета. Еще часика два, наверное, половлю. Сейчас уже темнеет позже, поэтому можно до 6 можно смело ловить, я думаю. Друзья, я поставил палатку на 7,2 метров, и совсем другая картинка. Вы только посмотрите, какие хорошие подлещики крутятся под лункой. Там хорошая стая. Такой столб мути, просто ничего не видно. Отличная плотва ходит. Крупная плотва. Большие косяки. Плотвы подлещика. Не то, что было на 4 метрах, где стоял только один окунь. Здесь все по-другому. И результат соответствующий. Хочу поздравить всех настоящих мужчин с праздником защитника Отечества. Сегодня 23 февраля. И хочу пожелать, чтобы в любой свободный момент вы могли провести на рыбалке. А если работа мешает рыбалке, то зачем такая работа? Поэтому, ребят, всем бодрецом, всех благ вам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и будем рыбачить. А у меня сейчас будет очередная поклевка. Поэтому, ребят, 23 февраля провести на рыбалочке. Блин, ну это просто кайф. А вечером жена дома ждет с подарком, с сюрпризом. Что может быть лучше? Друзья, я смотрю в камеру и вижу, как клюет плотва. Плотва, подлещики ходят неплохие. Что-то неплохое тянется. Какая плотка хорошая. Ух, какая зачетная плотвина. Я ее в камеру углядел. Там в камере просто Эльдорадо. Там столько плотвы. Такого косяка я еще давно не видел. Плотва, подлещики. Там такая муть стоит столбом просто. И просто огромная, огромная стая плотвы.
Я поймал больше 30 штук с одной лунки в палатке. Но вы посмотрите, какое количество рыбы еще плавает над моей прикормкой. Они все еще едят. То есть примерно 4 часа назад я прикормил. И они до сих пор еще крутятся там. Очень большой косяк. Жаль, что уже нужно уезжать. У меня оставалось буквально, не знаю, меньше часа на рыбалку. Но там еще очень много рыбы. Поэтому кому-то повезет, кто придет после меня. Что-то неплохое клюнуло. А, это камера зацепила. Ё-моё. Ну. Такая жирная плотка, камеру зацепила. Ух, хорошая какая. Да, ребят, одно удовольствие такую плоту тягать. Просто красота. А еще когда ты все это видишь в камеру, это двойное удовольствие. Ну что, ребят, вот и подходит к концу моя рыбалочка на Вилейском водохранилище. Отлично провел время сегодня на праздник, 23 февраля. Половил мирную плотву, поймал одного неплохого подлещика. Короче, праздник удался, сейчас поеду домой, дома жена ждет, сюрприз. Ребят, ну что поймал я? Поймал я неплохо, хорошую плотку ловилась, больше, чем на Минском море клюет, жирнее. Одного подлещика поймал хорошего. Ну и окуни грамм такие по 100. До 100, ладно. То есть периодически целый день клювало. Поэтому, ребят, вся плотва стоит где-то примерно метров на 7. То есть я ловил на 4 метрах. Одни окуни 5 метров, тоже окунь. Там примерно 6-7 метров уже более-менее плотва на 7. Даже, наверное, тут больше 7, 7,2, 7,3. Большая стая плотвы, хорошая концентрация, подлещики в камере. Так, ребят, что у нас по рыбе? Давайте быстренько пробежимся. Так, смотрите, что у нас по рыбе? Ну, по рыбе, в принципе, на засолочку я поймал. Гляньте, вот хорошего подлеща поймал такого. Очень хорошего. Жирная плотва, смотрите, какая клюет. Просто реально плотва очень хорошая. Жирная плотка. И вся плотва примерно одного размера. То есть не было такого откровенно там мелочи. Ну, я одну плоточку на ставку поставил, небольшую. Все, в основном такая плотва хорошего размера. Вон, окуньки тоже такие нормальные. То есть, в принципе, даже окунь, вон, полные икры, годится на засолку. Так что, ребят, поэтому, если, в принципе, интересное видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. А я буду собираться, поеду к жене на праздник. Так что, ребят, увидимся на рыбалке.